Так. Значит, интересно то, что Людмила Николаевна, наша землячка из Финляндии, она теперь настолько моя ученица, что у меня есть специальная тема самолечения деревьев. Вот. Никогда, это я сразу скажу, а она меня верит и подтверждает, никогда нельзя лечить дерево так, как его лечат. С маленькой раны вырезать большую, потом начинаем ее. Несколько лет назад дупло было больше 10 метров. Теперь она наблюдательная. Посмотрите. Дупло зарастает само, хотя дерево очень старое. Вот это спасибо Троценко и моему брату Железову. 64 тысячи просмотров. Уже не 64 просмотра. До сих пор есть такие, это, Юра, наши с тобой фильмы, где 64 просмотра, 640. Ну, бывает там пару тысяч. Но 64 тысячи, мы сколько людей научили уже? А здесь не просто, здесь же целое это. Вот смотрите. Вот это уже прививка по железу. Потому что есть еще и прививка почкой, которую я ненавижу. Там уже не по железу. А вот, пожалуйста, естественно, это все в другом месте, но перешло в Яндекс на нашей улице праздник. Теперь польза от нас будет примерно стократная. Не один же день смотрят это все люди. Вот. И мне начинается это. И теперь смотрите. Внимание, друзья. Поглядев. Наверное, я принес пользу 64 тысячам людей. Согласитесь, что привальчиков прибавится. Так же? Теперь, что такое скиньте с градуса по копеечке? Дело в том, что я не могу сдать все. Я не умею монтировать фильмы. Приехал ко мне сегодня этот товарищ, увлеченный с этого самого Сусабаканского района, я снял фильм, теперь отправил его студентке. Три человека, когда-то еще двое было, те тоже сотнями делали фильмы. Вот. А сейчас три. Это мой брат Железов, очень много делает. Вот. Это Лилия Ражева. Это уникальный человек, я сестрой называю. Всегда, когда трудно, или какие-нибудь особые фильмы она делает. Вот. Но сейчас большую часть, они-то бескорыстно, а девочка, абаканская студентка, я плачу за каждый фильм по 200 рублей. В последнее время все труднее платить уже. Не потому, что это много. Друзья, дело в другом. Дело в том, что я делаю такое количество, и по 200 рублей я плачу, и уже пришлось мне вынуть с кармана примерно 10-15 тысяч. Это с лета, это за несколько месяцев. Ну, вы видели там, сколько их. Многие удивляются, да, это, Алексей Иванович, это вы удивлялись, куда столько. И вот получается, что, чтобы это продолжать, я думаю так, это не мне. Заметьте, вебинары бесплатные, фильмы бесплатные. Все от души, хотя сжигаю себя. Но речь идет о человеке, который настолько скромный образ жизни, что вы представить себе не можете. Вот сейчас в последних фильмах, сейчас я перешлю 1200 рублей. Так, сейчас... А, Сергеев Николай Георгиевич. Это наш тот самый, этот, один из последних гигантов российских садоводческих. Вот. Организатор съездов, это, значит, лучший виноград России, лучший там персики. Это. Только я заикнулся, а он 5 фильмов мы с ним сделали, Телемост. Оплатил сразу 5 вместе с женой, так? И еще на 5 будущих. Вот так. То есть, все-таки, как говорится, сена мерла Россия. И я прошу, не как он, 2000 прислал, нет, 200 рублей, 100 рублей. Но уже знаю, что а какой-то фильм уже будет как бы ваш. Потому что я собираюсь за зиму сделать от 100 до 300. Я не преувеличиваю. В день я могу делать полсот фильмов до 5 до 10. И рассчитаться не смогу. А за бесплатно стыдно. И вечно занятые люди, взрослые, тоже стыдно просить бесконечно. Вот. Итак, скиньтесь, граждане, по копеечке. Это не мне. Это для России надо. Почему? Я вот так скажу. Почему? Потому что вот этого, вот эта подлость невероятная, видите?
Вот. Все должны знать. И видели 2,5 метра прироста за один год. Без полива, без удобрений, без опрыскивания. И как это сделать, я вам уже рассказывал несколько минут назад. Это тоже страна должна знать. И вот мой брат вырежет это. Название даст. Так, например, не дерево для почвы, а почва для дерева. Нет, не так. Не почва для дерева, а дерево для почвы. Что-нибудь такое. И это один из моих постулатов. И она тоже попадет в это самое. Ну, брат-то бескорыстно работает. А девочка-то? 100-200 рублей. Вы знаете, сколько я смогу сделать? Меня не будет останавливать это. Вот это вот, как называется? То, что надо каждый раз платить. В общем, поняли, да? У меня, знаете, это... Ну, я разговорился, как всегда. Можете отключаться. Винокур. По-моему, Винокур. Значит, цитировал. Говорят, не имей 100 рублей, а говорят, а имей 100 друзей. А мне нужен один дружище, который даст мне 1000. Ну, а дальше понимаете, как хотите.